Здравствуйте, здравствуйте! Ой, Дедушка Мороз! Дедушка! А как тебя зовут? Майя! Ты Майя? Как зовут бабушку? Папу! А папу зовут? А как твоего папу зовут? А как папу зовут? Артур! А как маму зовут? Собачку. Это где? В гости сегодня пришли собачки, Маюшка? А это котик. Котик у тебя пришел. А ты послушная девочка? А ты подарочки уже получала под елочкой? Да. Да? Для чего? Подарочки. Котик. А ты песенку у меня споешь какую-нибудь про Новый год, про елочку? Да. Давай. Свело речем, что я на Вионе была. Ой, молодец. Друг, мама. Ой-ой-ой. Сколько подарок. Дедушка, бабушка, давай, разбирай. Ну, давай, давай. Сейчас бабушка поможет. Ой, что там такое, Дедушка Мороз подарил? Что там? Что там, Маюшка любит такие вещи? Что там такое? Давай мы вытрясем, посмотрим, что там. Маюшка, Дедушка Мороз к тебе приходил. Пока ты была дома, Дедушка Мороз пришел и Маюшке вот эти подарки оставил. Да! Давай, пошли. Открывай. Давай, Дедушка. Может, ты закрывай. Ну, открывай. Маюшка будет разукрашивать. Будет разукрашивать. Ой, разукрашки новые. Ой, разукрашки. Твой подарочек. Это. Давай, бери это. Давай, бабушка. Ой, что здесь? Это что там? Что там? Маленький ребенок. Маленький ребенок, да? Ну, смотри, что тут. О, какие книжки. Ой, какие книжки. Ой, Маюшка будет там заниматься. Да? Ну, посмотри, что тут за книжка. Baby Shark. Ой, Baby Shark. Ой, какие. Ну-ка, красота. Красота. Наклейки даже там есть. Да. Вот. Ну, давай, бабушка поможет. Какие тут трафареты! Ой, трафареты какие! Динозаврики Маюшка будет рисовать, да? Ну, потом бабушка тебе поможет рисовать. Ой, разукрашивает тут машинка, смотри. А вот смотри, какой динозавр можно рисовать. Да. Ой, и наклейки тут есть. Ну, потом будем наклейки. Маюшка, потом. Ну, давай, открывай. Давай ту бумажку бабушке. Ну все, все, все. О, красота. Красота. Ай, какие тут можно составлять мордочки. Да? Потом будем с тобой, смотри, видишь, глазки можно поставить, глазки приклеить, да? Составить мордочку можно. Хочу поставить. Ты хочешь сейчас поставить? А давай, может, сначала все подарки откроешь, а потом будем уже играть. Нет. Во, правильно ты разобралась? Нет, это маленький. Клоун. Клоун. Да.
Давай, помогу, помогу, помогу. Рви, рви, рви. Кошата! Помогите, Бог. Ну, давай, давай. Спасибо. Ой, тоже с карточками всякие зверюшки красивые. Ой. Потом мы с тобой эти карточки разберем, их надо отделить, да? Ну, давай. Ну, давай, Сюш, что там такое? Ой, Лего. Лего. Ну, давай, может, потом откроем, или ты сейчас хочешь открыть? Давай потом откроешь. Сначала распакуй все подарки, а тогда будем открывать. Что там такое? Бабушка. Алкоголь. Бабушка. Давай, бабушка, поможет. Совушка. Лесные животные. Не рви, не рви, не рви коробочку, коробочки пригодятся. Так, у нас животными. Ой, ферма какая будет у Маюшки, да? Да, смотри, тут какой огород можно построить. Ой, тут и коза есть, и фермер есть. Дерево поставим вот туда, да? Это. А что это? Что тут такое? Дерево. Дерево? Да. Давай вот это. Давай это. А вот это. Сюда. Это. Вот это давай вот сюда. И деревья будут у Маюшки на ферме. Тебе нравится? Это папа Хауми. Тебе нравится? Да. Ну, сейчас. This one. This one. Папа, this one. Забор. Хочу поставить это. Папа, help me, папа. Что там? Help me. А что там такое? Лего. Что это такое? Ящик для фруктов. Да. Это ящик фрукты туда собирать. Thank you.
тоже зверята на ферму пойдут к тебе, да? Потом ты ферму соберешь и пойдут зверята на... Давай бабушка поможет коробочку тебе открыть. Ой, красивые какие. Смотри, какие джинджер. No, Maya, later, later. Open the rest of them. Красивые джинджер-бэс тут, да? Ну, тяни за ленточку. Тяни. Опа. Бабушка, там. Давай, бабушка. Так откроется вот так, да? Нет, просто. Да, будешь потом в дом их всех поселишь. Ферма будет у тебя, дворец. Ну, давай. Иди, бабушка, поможет. Ой, будет доктор Майя лечить всех. Ну, какой тут мединвентарь. Ты сама? Мась. Мазь зеленкой льет. Ой, какой шприц. Ой, какой шприц уколы делать. Да, дедушке укол будешь делать? Прямо сейчас. Ой, ой, как хорошо, сразу же и выздоровел, да. Таблетки. Вот таблетки, лекарства. А это давление мерить будешь дедушке, да? Тонометр, да? Все, надо будет тут и папе давление померить. Мазь. Мазь. Да, это мазь мазать. Боль у дедушки мазать. Угу. Вот и помазать болью. Это нервы по коленке стучать. Молоточек это надо вот так. Смотри, дедушке вот так вот колец. Раз. Неси там от Вали и Саши. И тут какая-то тоже там для занятий. Бабушка, что открыть? Открыть? Ну, давай. Карандаш. Карандаш. Это... Ой, мелки, будешь разукрашки разукрашивать. И тут какие-то тоже там какая-то книжечка. Бабушка. Ну, потом, это мелки, потом мелки. Вот, давай, видишь, какие открыточки будешь делать и потом подправлять открытки. Потом, потом, не выбирай, сейчас просто посмотри. Ой, какие пазлы, истории тут есть, прочитать можно будет, да? Ой, ну тебе будет чем заняться целый год до следующего года подарков. Не, она не открывает. Нравится тебе такое платье? Да. Приложи вот так вот, давай. Вот так, ой, какое синее красивое. Ну, на бабушку приложим. Ну давай приложим посмотреть тебе размер как. Ой, какое платье. Это уже на лето будет. Смотри, какое красивое. Ой, смотри, какое пышное платье. Бабушка. Ну, вот. Ну и тут какой, что тут такое. Ой, сарафанчик какой. Поворачивай, пойдет и развернет.
Это что, это кассовый аппарат, что ли? Вау! Ой, какая касса! Ой, какая корзина тут продуктовая. Яй-яй. Ты ж посмотри, какие тут продукты. И масло. И витамины тут. И батончики. Да, да, Маюшка. Пока, Дед Мороз. Пока, солнышко. До нового. До следующего. В следующем году увидимся. Пока. Все, пошел Дед Мороз к другим деткам.